«От суши до сушки». Под таким девизом 5 лет назад в речном порту открылись рестораны «Идзуми» и «Посиделки». Поздравления от гостей заведений, вкусные угощения, подарки, песни от сотрудников национального телевидения Чувашии. Все это и не только в честь дня рождения. Впрочем, обо всем по порядку. Настоящей машиной времени могли воспользоваться гости праздника. На фотографиях, в интерьерах кадры открытия ресторанов. И можно вспомнить, как было, и помечтать, как будет. Знаете, было хорошее начало, и я думаю, что будет прекрасное продолжение. Всем вам долгих лет жизни, и чтобы вам всегда нравилась настоящая японская кухня. Спасибо. Я очень хочу, чтобы в этом заведении всегда жизнь всех посетителей была словно радугой. Да, ярких, красивых, прекрасных. Название ресторана «Идзуми» переводится с японского как «родник», «источник». И вот уже 5 лет само заведение является настоящим источником удовольствия для любителей традиционной японской кухни. А для ценителей культуры страны восходящего солнца в эти годы проводились дни цветения сакуры, любование луной, детские праздники, дни мальчиков и девочек. Хотя кухня, конечно, всегда была и оставалась здесь главной хозяйкой. Основная, как бы, наша задача – это иметь ресторан традиционной японской кухни. Вот, чтобы человек, который там, не знаю, 5 лет назад, там, 3 года назад, через 10 лет после этого момента, если он захотел поесть что-то, съесть что-то японское, чтобы он пришел к Идзуми и сказал: да, вот, я получил то, что я хотел. Если из Японии до России несколько часов полета, то чтобы из мира японских традиций попасть в царство русских кулинарных изысков, нужна всего минута. Я была здесь 5 лет назад, когда это все открывалось. Очень радостно, что существуют в нашем городе такие заведения, которые вот 5 лет прошло и становятся лучше и лучше. В ресторане «Посиделки» все по-нашему. Глиняные горшки, банки с оленьями, чугунки и самая настоящая русская печь гостям за эти годы полюбились. И редко кто готов сдержаться и не сфотографироваться на память на таком домашнем и родном фоне. Да и знакомым потом с удовольствием рассказать, где ели, пили, да песни хорошие слушали. Песен «День рождения» прозвучало много, потому что именно здесь, в «Посиделках», прошла презентация нового песенного проекта национального телевидения Чувашии «Ротация». Я поздравляю «Посиделки» Идзуми с 5-летием. И хочу сказать, что национальному телевидению Чувашии также недавно, буквально на днях, исполнилось 2 года. Я надеюсь, что вы все присоединитесь к нашему каналу и будете с удовольствием следить за новостями республики круглосуточно. Участникам презентации проекта «Ротация» профессиональным журналистам, режиссерам и телеведущим помогала группа «Река времени». Вот новый поворот. Песня «Строить и жить», а также вкусно кормить помогает. А это в ресторанах самое главное. За 5 лет наши рестораны стали флагманами индустрии в городе Чебоксары. Мы смогли добиться тех целей, которые мы поставили перед собой. Наши гости сегодня самые благодарные гости. Я очень рад, хочу поблагодарить всех гостей за то, что они с нами, и они есть. Начинается. Рестораны «Идзуми» и «Посиделки» ждут посетителей ежедневно по адресу город Чебоксары, площадь Речников, 3.